Так это же этот твой священный ёршик. Ты чё его разбираешь-то? А? Чё говоришь это? Да неважно, чё я тут делаю, ты вот, неважно. А ты случайно не хочешь сейчас разобрать все эти блоки изумрудов на изумруды? Ну ты хотя бы кварц не ломай, ну и вот фонари тоже не ломай, сломала к чёртовой бабушке. А ты случайно не хочешь сейчас разобрать вот эти блоки, полететь в деревню и опять с этим торговцем все свои изумруды прокакать? Что? Да, что ты такое говоришь? Я туда больше не ногой. Я просто хочу ёршик в другое место перенести. Вот мне вот с этой стороны больше он будет нравиться. Вот здесь его поставлю. Ага, да, конечно. Ну ладно, ты мне изумруды на время верни сюда, я потом тебе отдам, хорошо? Потому что сейчас у нас немножко другие планы. Отдай сюда изумруды быстро. Не-не-не-не-не, я тебе ничего не дам. Я с тобой пойду куда хочешь, я изумруды не отдам. Нет. Но сначала мы пойдем в деревню, у меня там незаконченные дела-делишки есть. А, ну, кстати, да, у меня тоже есть в деревне незаконченные делишки. А ты, кстати, знаешь, чем мы будем заниматься, что ли, в этой серии? Ты так сказала, как будто ты делала то же самое, что я, а? Да вряд ли оно у нас могло совпасть, ну, эти наши дела. Поэтому нет, скорее всего, нет. Ну, в любом случае, быстро собирайся, отправляемся в деревню, я тебе такое покажу. Офигеешь просто. Все, давай за мной. Ой, надеюсь, я тебе тоже такое покажу. Вот, надеюсь, мне повезет в этой жизни. Где тебе повезет? Да неважно, поехали в деревню уже. Но сегодня-то мы точно будем делать бабки. В честь этого песня. В одном кармане доллары, в другом баксы, поехали со мной на джипаре кататься, закажем по куску вот хлеба. Это Катя за всех платит. Бабла на всех хватит. Йоу. А чё у тебя сегодня песни опять про бизнес? Я чё-то чувствую, то... Ты опять к этому торговцу идёшь торговаться, да? Отдай алмазы быстро, давай сюда! Какие алмазы? Может, ты про изумруды? В любом случае, я тебе ничего не отдам. Изумруды отдай! И алмазы, изумруды! Всё сюда отдай, давай быстро! Нет, нет, нет. Если ты просрёшь все наши сбережения, которые мы копили на новую квартиру и дачу в центре города, я тебя кокну! Это мои изумруды, я их иногда надюпала профессионально. Чего я сегодня такого делать не буду? И не буду я уж тем более изумруды тратить. Это просто так это. Я понавестить големов пойду. Ага. Не надо никаких големов навещать. Открывай ворота, давай быстро. Открывай. А как они открываются-то? Вот, вот все вот так. Ходи. На зеленую открываешь, на красную закрываешь. Так, иди вот сюда ко мне. Сюда. В ту сторону даже не смотри. Вот туда даже не смотри. Не, я сказал не смотри. В ту сторону иди. Вот туда. Я не смотрю, и мне больно туда смотреть. Конечно, тебе больно туда смотреть. Просто вот это все свои деньги прокакало. Давай сюда иди. Здесь мы с подписчиками решили на последнем стриме то, что мы построим вот это вот. Вот! То, что сейчас находится перед тобой, мы решили построить. Оно, конечно, до конца еще не достроено, не закончено, но ты просто прикинь, как здесь хорошо вот это все впишется, а? Ну и что это за домик для бомжей? Какой домик для бомжей? Ну, ты хорошо присмотришь, что это такое. Присмотрись со стороны, вот сюда. Вот здесь лучше понятно, вот сюда подойди, отсюда посмотри, смотри. Фургон какого-то дяди Васи, серьезно, что это такое? Фургон, может даже дяди Васи, я не знаю. Это будущий фургон с мороженым, чтоб ты понимала. У нас здесь есть магазин с мороженым, а здесь будет фургон. Он будет кататься по городу и мороженое продавать. Но что-то ты же понимаешь, что он какой-то косяченный, непонятный. И вообще так сразу и не скажешь, что это фургон. Ну так в этом и заключается прикол, зачем я тебя сюда позвал. Ты думаешь, зачем я тебя сюда позвал? Потому что у меня на стриме закончились блоки призмарина. У меня на стриме вроде закончились вот эти блоки зендермира, но это не точно. Может они где-то есть, но призмарина точно закончились. Поэтому, знаешь, что мы будем делать? Погоди, так это... Это фургон с мороженым будет? Это тут будет бесконечная мороженка, и ты будешь мне ее постоянно покупать? Ну, если ты будешь себя хорошо вести и поможешь мне в этой серии, то тогда да. Конечно, я тебе помогу! Конечно, помогу! Что надо делать? Куда идти? Что это, голем? Куда идем? Это, что надо делать? Где вот эти призмарины? А я сама знаю, где эти призмарины. А вот это тоже я знаю. Я сейчас, знаешь, сама тебе построю все, сама тут сделаю. Ага. Чё ты раскудахталась? Что ты мне сейчас построишь? Где, вот скажи мне, где вообще вот эти призмариновые блоки надо добывать? Это под водой. Где именно под водой? Под морской водой. Где добывать призмариновые блоки? В водном биоме. В подводном данже.
эти? Да. Губки, где губки и стражи эти? Вот там надо добывать. Вот туда я сейчас и отправлюсь, я тебе все принесу, чтобы ты мне уже мороженое построил наконец-то. Ты притормози своих лошадей, ты-то все добудешь, ага. Как только зайдешь в этот данж, стражи кокнешься моментально. Поэтому я кое-что нам с тобой, Катя, подготовил уже в этой серии. Я тут нашему этому продавцу, который торгует мороженым, я сделал так, чтобы он научился продавать необходимую мне книгу, которая находится уже в этом сундуке, потому что я ее купил. Две книги на подводник. Понимаешь, ты где? Я тут стою, а я что-то не поняла, откуда у тебя изумруды книги покупать, а? Да у меня были там просто лишние запасы изумрудов. Да какая разница? Ну на черный день я себе оставил. Так, пошли, давай, выходи вот сюда, закрываем его обратно и прямо сейчас отправляемся домой. Держи одну книгу, у меня дома в сундуке еще две книги спрятаны. До конца серии! Ты где опять, Кать? Да тут я стою, я просто поняла то, что я никуда не пойду. В смысле ты никуда не пойдешь? Чё? Да потому что у меня шлема нет. Вот смотри, у меня есть это нагрудник, эти ботинки, штаны, а шлема-то нет. Ну меня ж сразу там кокнут, я никуда не пойду. Ну так тебе и не понадобится Незрит твой шлем сегодня в серии. Это еще почему? Кто сказал-то? Это я сказал, поэтому я тебе и дал вот эту книгу зачарования, короче. И собирай манатки, иди сюда за мной. Сейчас придем домой, я тебе все подробно расскажу и покажу. Вытаскивай саркостанцию. Да уже иду. Да погоди, ты куда ты так быстро бежишь? А ну давай быстренько это сделаем мне шлем из незритовый. Ну лишним не будет, у меня все равно его нет. Сделаем потом, ну потому что пока что у нас с тобой незрита нет, чтобы сделать тебе шлем. Зато где-то в одном из этих сундуков один шлем нужный нам я нашел, а второй валяется где-то там, куда ты его засунула. Только я фиг знает, где он сейчас находится, учитывая весь вот этот наш бардак во всех сундуках. Короче, держи, это тебе черепашечий панцирь. Вот, тебе не нужен сегодня незритовый шлем, потому что у тебя есть панцирь. И чё дальше? А книга-то мне зачем? Господи, потому что мы сейчас возьмем и О, вот нашел, потому что мы сейчас возьмем и этот панцирь зачаруем. Где-то здесь скорость души, Вот, подводное дыхание, одна книга. Вот и подводное дыхание, вторая книга. Держи, и потопали чарить вот эти наши шлемы. Так это же нам надо в дом зачарований. Да не пойдем мы никакой дом зачарований. Нет! А зачем я его строила-то тогда? Вот я не знаю, зачем ты его строила. Можно же здесь зачарить. Просто берем, добавляем вот так подводное дыхание вот сюда и подводник вот сюда. Все. А, наковальня сломалась. Прям вот на мне, да? Вот именно на мне она должна была сломаться. Поэтому я иду в свой дом зачарования. Ладно, встретимся там. Эй, это шлем плюс книга равно шлема книга. Черепашечий панцирь, подводник. Все, я сделал, ты где? И подводное дыхание еще добавляй. Там два зачарования должно быть. Давай быстро. А, только что ты мне сразу-то не сказал. Сейчас. Я тебе сразу и сказал это. Надо было сразу сказать, я бы сделала. Я тебе так сразу и сказал. Ну, слушай, подводник, подводное дыхание 3. Да. А ты мне ответь на один единственный вопрос. А когда ты библиотеку построишь, а? Да можно как-нибудь потом библиотеку построить. А что ты спрашиваешь? Панцирь натягивай и пошли давай. Так точно, капитан. Я похожа на солдата? Похоже. Двери закрывай. Так, и вроде подводный вот этот данж у нас находится в той стороне. Ты понимаешь, что нам даже с тобой зелье подводного дыхания нафиг не нужно? Потому что ты только посмотри, какой у нас с тобой зачаренный шлем. Так это давай все равно на всякий случай возьмем, вдруг мы кокнемся. Ну, в принципе, тоже верно. Тогда быстренько сгоняю в свою лабораторию, возьми пару зелий и полетели в ту сторону. Все, сейчас давай, встречаемся где-нибудь там в лодке. Да. Вот, если я не ошибаюсь, этот данж должен находиться где-то здесь рядом с ледниками. А вот, это место я никогда в жизни не забуду. И вот здесь наша остановочка, Катя, выходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мимо. Оп, не мимо, даже еще и не кокнулась. Так, я там кое-что вижу, но ты тоже лучше в ту сторону, не смотри в ту сторону, вот туда не надо смотреть. Пошли за мной. Пошли. Да, выкидывай зелье, которое ты взяла. Быстро давай. Тебе одно? Ну, одно, тебе одно и мне одно давай. Ну, на тебе зрение ночного дыхания. Кого? Я же сама не понимаю, что я сказала, но ты там прочитай, как зелье называется. И вот это вот тебе еще. Ага.
А чё ты два дала мне? Ночное зрение и водное дыхание. А, так ты молодец! Это чтобы хорошо под землей видеть. Так, давай тогда выпиваем его и плюхаемся туда сразу же, ага. Прям сразу два бахай. А ты вообще знаешь, зачем мы зачаровали шлем на подводник вот это? Знаешь, что он делает, а? Под водой дышать, чтобы можно. Нет, было. Дышать под водой это даю. Короче, прыгай и ломай вот эти вот боки. Вот эти нам нужны. Вот, так, вот все, давай. Подводник делает такую вот фигню, то что под водой ты с такой же скоростью быстро ломаешь блоки, как и на суше. Только крылья сними и вот это, и нагрудник надень. Подожди. Нас сейчас кокнут. Я не знаю, насколько много нам нужно вот этих блоков, но нормальное такое количество. Главное, не кокайся, я тебя прошу. Я пытаюсь убить этого чупакабру рыжего. Так ты не бей рыжего чупакабру, ты блоки ломай. Так, все хорошо, там сколько тебе? Ну, у меня 8 штук уже, хватит тебе. Ай, ты кушай, не забывай, главное кушать. Слушай, я бы на самом деле взял бы еще золотые вот эти яблоки. Они бы нам 100% пригодились. Чё-то мы с тобой, Катя, лоханулись и не взяли их. Так а что ты сам не взяла? Вот я взяла зелье, а ты не взял. Ну я забыл, короче, я ломаю еще одного. Сейчас кокну быстренько, а ты где? Я на суше лечусь, у меня силы кончились. Ага, так, еще сломаю пару штучек. Вот так всплываем и забираем все блоки. 2-3 стака нам 100% будет хватит, давай. Так, сейчас я как... Ага, вот именно. Ты мне скажи, пожалуйста, сколько у тебя там уже блоков, а? Я тут накопала целый стак этих призмариновых кирпичей, и сейчас я куда еще отправлюсь. Так, давай, молодец, копай. У меня уже получается, господи, столько хлама в инвентаре. Так, у меня уже стак есть. Стак еще как немного, и мы с тобой можем отправляться сразу же домой. Ты где? Я тебя даже не вижу. Ой, я тут куда-то заплыла прям в данж. Ой, так я сейчас губки добуду, что-нибудь еще интересненькое. Ой, как много тут этих чупакабр. А, так это чем ты в данж-то заплываешь, если нам кирпичи ломать-то надо? Ну кто тебе сказал в данж туда заплывать, Кать? Ну тут кирпичики тоже есть. Так, сейчас я быстренько. Господи, ну наружу их намного больше, чем в данже. Ладно, я на помощь. Ты, куда ты поплыла? Назад? Их тут штук 40. Так ладно, не шевелись, я тебя вижу, плыву к тебе, давай. Помоги, пожалуйста. Ну ты скоро, а? Да я-то скоро, но только я заплыл куда-то, и здесь этих чупакабр дофигища просто. О, я вижу тебя, вот. Господи, застрой вот эту вот фигню, чтобы они сюда не пришли. Сзади. Дай, подожди, дырки эти все застрою, короче, плывем в ту сторону, помогай мне вот сюда плывем, давай. Так, давай, меч в руки, отбивайся, вот от кокни, вот, кокнула, молодец, я сейчас перекушу туда наверх, выплывай, тикаем с этого данжа, здесь застроимся, вот так, все, давай, выплывай. Матерь японская божья. Кого? Выплывай, давай быстро отсюда, так. Ты посмотри, сколько губок тут. Ну и чё теперь? Так надо их тоже с собой забрать, давай помогай! Так мы за кирпичами вот этими, нам не нужны губки, как? Нужны губки, ты посмотри, сколько их тут! И зачем они... Ай, ладно, добывай, но только после этого сразу же валим, пожалуйста! Да валим, но нельзя выпускать столько губок! Так ты их даже не используешь! Так, короче, 10 штук у меня сейчас будет, и после этого валим. Все? Все, давай, уходим. Все, давай, у меня 13 штук. Все, давай, тикаем и... На всю жизнь хватит. Так, собирай вот эти еще кирпичи, которые вот здесь валяются, вот так. И у меня 13 губок и 1,5 стака вот этих кирпичей. Вроде хватит. На самом деле все хорошо прошло, не учитывая, конечно, то, что ты очень сильно отвлекаешься. В следующий раз не отвлекайся на всякие такие пустяки. Короче, запоминай, мы сейчас идем домой. Опа, ты бери из сундуков вот эти блоки угля, берешь эндерстержни. Я ж тебе сказал в ту сторону не смотреть. А чей-то он тут находится? А, собака? Ну-ка мне все... Куда ты побежал? Изумруды мои, вернись! Он же это... Как? Он же странствующий торговец, он же ходит по миру, не обращай внимания. У нас а как... чё это ламы на тебя плеваться начали? Сейчас кохну их тут нафиг всех. Да, это не важно. У нас торговец, который у нас в городе, в деревне, он самый хороший, самый добрый. Пошли обратно.
Ну пошли, пошли, нам еще эти фиолетовые блоки притащить. Да надо. Фиолетовые блоки, наверное, у меня есть, я точно не помню. Ты домой иди, возьми фиолетовые блоки, если они там есть. Вот эти заборы из адского кирпича возьми, белые стекла возьми. Короче, все возьми, хорошо? Так это подожди, мы с тобой должны в Эндермир отправиться. Обойдемся, обойдемся, пошли. Пошло дело, поехало. Вот здесь вроде замечательно. Вот так, так, сейчас отсюда выбраться. О, здорово, Катюшка. Эти, у нас были там блоки вот эти из Эндермира или нет все же, а? Я их нашла, там целый стак. Давай тогда выбрасывай прямо сейчас на бочку. Уголь притащила, который я просил? Так, 4 блока только было. Ага, нам 4 только и нужно. Короче, берешь прямо сейчас и меняй вот эти блоки. Короче, колеса поменяй, на уголь поменяй прямо сейчас. Вот так. А где колеса-то тут? Там, где дерево, вот это колеса. Как дерево. Господи! На уголь. И вот здесь еще осталось. Вот так по периметру застроить это все полублоками. Так, а я посмотри, туда ставила колесо или не туда ставила колесо? Твоя задача прямо сейчас это расставить стекла по всему периметру вот этого автомобиля. Давай занимайся вот этим, а я пока начну его просто как-то вот так вот украшать. Ой, не туда поставила, или туда поставила? Да вроде туда поставил. Просто расставляй стекла. И с этой стороны нужно сделать то же самое. Эндерстержни у нас должны вроде находиться где-то вот. Так, это ломаем, это еще раз поставим, вот так вот, ага. Так, ну колеса хорошо поставила, все хорошо, молодец. Вот здесь спереди еще чего-то не хватает. Ты взяла эти печки, которые я просил тебя взять? Давай быстро сюда их. А, это будет радиаторная решетка. Радиаторная решетка, ставь тогда вот, и с другой, так это не печка, это коптильню ты взяла, хотя... Ну так тоже ничего. Так, то есть не коптильню, а плавильню. Так тоже неплохо выглядит. Так, сейчас осталось нам заднюю часть доделать. Сначала закроем вот так вот люки с другой стороны. Сзади делаем стоп-сигнальные огни. Закрываем это все табличками. И так, вот здесь стекло тоже поставь сзади. Вот здесь стекло поставь. Так. Куда поставить стекло? Сзади стекло, вот стекло должно. А как мы туда внутрь будем попадать тогда? Мы туда не будем попадать внутрь. Ну я хотела внутрь попадать. Ну тогда сломай и будешь внутрь попадать. Не буду я уже ничего ломать. Что ты это самое надо мной издеваешься? Так внутрь она хочет попадать. Ну и в принципе... А, заборы незритовые, незерские, незритовые, которые я просил. Вот сюда поставь, вот туда, между кнопками. Ага. Ой, наши любимые товарищи прилетели. Вот пусть они и поставят, я не знаю, куда ставить. Ну и между кнопками, я же сказал. Вот, убей их пока. Вот сюда и вот сюда. Ага, ты мне, может, поможешь, а еще тут голем полудохлый ходит. Железо есть с собой? Почини его, срочно. А, ну, есть, есть, сейчас починим. Вот так, все. Ты когти уже нак... А, так потому что рядом с тобой вот эта кошка там сидит, поэтому фантомы на тебя и больше не нападают. Возле кошек стой, все будет хорошо. Так. А, ну все, тогда я буду стоять дальше возле кошки, там своими делами занимайся. Ну все, готово, Кать! Блин, это реально фургон теперь, не дяди Васи, не домик для бомжей, а реально фургончик с мороженкой. Ну хотя бы не домик для бомжей, это меня уже тоже очень сильно радует. О, сюда, иди, птица волосатая! Ну, в принципе, осталось еще сделать ему какие-то внутренности, там холодильник будет в фургоне стоять, чтобы вот эта мороженка охлаждать. Короче, такой крутой мороженка сделаем, а потом еще один дом построим. У нас же здесь много магазинов будет, давай выходи и закрывай за собой дверь. У нас же много магазинов здесь с тобой, Кать, Кать! Ага, ты там иди, я тебя потом догоню. В смысле? А ты где? А это самое, сейчас быстренько в магазин зайду, там прикуплю там себе что-нибудь. Сейчас я подожди. Какой магазин? Ты быстро, господи, какой магазин? Ты быстро зайдешь, только не в тот, который я подумал. Не-не-не, ты ко мне, главное, не иди, я сама разберусь, хорошо? Я ж тебе сказал в этот магазин больше не заходить, Кать! Я этого продавца найти не могу, тут только ламы остались, я что-то не поняла. Так это, подожди, на, держи, может, это ламам давать надо, на тебе и тебе. И может сюда, он же невидимый, он же может где угодно быть, подожди. Кать, нет. А чего они не берутся? Его в этой серии здесь не будет, ну спать он пошел, ну как бы ночь уже на дворе, нет продавца, все.
Подожди, но это же НПС, это же как робот, его не могли там... Он не мог уйти куда-то, его не могли кокнуть. Хотя нет, почему могли его кокнуть? А где он? Я даже не вижу эти пузырики его летающие. Его просто нет в этой серии. Но он пошел куда-то, хватит им изумруды выбрасывать. Все, пошли, потом когда-нибудь придешь, потом еще что-то купишь, если я тебе разрешу. Все, давай, пошли. Нет, тут что-то нечисто. Я прям чувствую, что что-то не так. Это ты нечисто, чаще мыться надо, ну потом, его там нет. Потом он когда-нибудь появится, пока его нет, ну он ушел, отпуск у него, выходной. Я разберусь с этой проблемкой, ты иди, я тут останусь. Ага, ты там просто самое главное, все изумруды, не прокакай опять, хорошо? Иди отсюда. Ага, иду. Ну, самое главное, чтобы она в этой проблеме никогда не разобралась. Игорюнчик, пошли домой спать.